Меня зовут Ника, спасибо, что заглянули на мой канал. И давно у нас с вами не было мини-распаковочек. Вот сегодня одна из них. Это первый сингл-альбом Kiss of Life, My Just Touch. И да, я подумала сделать для него отдельное видео. Также у нас просто невыносимая жара, 32 градуса. Поэтому, если вы слышите, как мои собаки несчастные еле дышат для выживания, то да, это из-за жары. Ничего тут не могу с этим поделать, я сама еле дышу уже от такой погоды. И да, у меня, как вы видите, альбом с автографом, подписанный, в общем-то, вот этой прекрасной дамой. Это альбом от Hello 82, был у них ивент с подписью рандомной участницы. Да, я взяла именно этот ивент, хотя потом вышел от M-Wave с подписью всех четырех. Ну, может быть, в следующий раз, может, да, в следующий раз я бы хотела альбом Kiss of Life с автографами. Мне кажется, это здорово и прикольно. Поэтому давайте, наверное, покажу сначала предзаказку. Тоже у меня получилось, что и подпись, и карта именно Ханель. В общем-то, я не против. Вот такой очень-очень красивый задник. Написано, да, что это Hello 82. Вот такая вот милашная карта с фоточкой в зеркале, она делает сердечко. Да, очень миленькая, мне, в общем-то, нравится. У меня нет ярко выраженной бяски в группе, хотя каждый камбэк у меня в рекере кто-то новенький, поэтому я никого прицельно не собираю, просто оставляю пулы, но мне очень нравится музыка и физика девочек, поэтому, да, я покупаю все их релизы, начиная с дебюта по одной версии. Здесь также у нас помимо фотобука были диджипаки и пока-альбомы, но я беру только фотобуки для них. Так, я не смотрела распаковки. Я вообще сначала думала, может, не брать этот альбом, но тизеры были такие красивые, поэтому мне очень интересно. Также мне нравится, что альбом немножко другого формата, чем были первые два. Так, давайте я подробнее вам покажу. Вот такая у нас очень красивая надпись. Да, у нас здесь сердце. Вот у нас подпись Ханель. Мне нравится, что она серебристым маркером красиво выглядит. И сзади фотография девочек очень-очень красивая. Давайте я попробую достать, где все вложения. Я не знаю. А, у нас все в конвертике. Потрясающе. Да, все в конвертике. Отлично. Обожаю, когда так делают. Да, альбом по формату меньше, чем первые два релиза. И, в общем-то, это прекрасно, потому что уже вот второй релиз я распаковывала не с таким вау-эффектом, как первый. Как-то мне показалось, что, в общем-то, я уже привыкла к их журнальным концептам и спокойнее к ним отношусь, поэтому этот альбом, в принципе, думала и не покупать, но так как тут все-таки немножко все иначе, он больше уже как классический идет кей-поп альбом. Тут просто много концептов, опять же, много очень классных, интересных образов. Я решила, что да, я все-таки хочу его. Наверное, я продолжу покупать физику Kiss of Life именно в таком формате. Не знаю, может, рано или поздно я определюсь с бяской и начну кого-то собирать, потому что девочки очень мне нравятся. Вот такое милое фото Бель. Не знаю, да. И их песни. Их музыка просто шикарная. Да, это сингл. Они с тех пор успели у нас уже выпустить еще один сингл летний, но диджитал, к счастью. Им надо немножко притормозить все-таки с выпуском альбомов. Вот это очень красивый концепт. Такой тоже отсылающий. Я уже говорила, я обожаю древнегреческую мифологию. Этот концепт явно тоже отсылает к нему. Как и название песни, но да, я думала, что я как-то поподробнее поговорю именно про песню, про My Just Touch, потому что она у нас по названию отсылает к легенде о царе Мидасе, который за спасение учителя Диониса, по-моему, получил в награду от него, то есть Дионис предложил ему любое желание выполнить, и он попросил возможность превращать в золото все, до чего он дотронется, но столкнулся с тем, что в золото превращалась вся его еда, поэтому он попросил этот дар отменить, если так вкратце. И да, я думала, что, может быть, в тексте у нас какие-то интересные отсылки, потому что клип тоже такой с отсылками, и там есть, и где они золото превращают, и где они кушают тоже там вот еду из украшений, я думаю, туда же отсылка. Но при этом где-то они превращают в камень пацана, где-то у них как будто змеи и отсылки какие-то на медузу Горгону. И по тексту там тоже какая-то мешанина. В общем, если честно,
Да, вот здесь мы видим скетчи и раскадровки. Клип очень красивый, песня тоже прикольная, мне понравилась. Наверное, единственное, что у меня из такого, что мне не совсем понравилось именно в Midas Touch, это отсутствие интро. Мне кажется, если было чуть более длинное, классное интро, и сама песня была бы чуть длиннее, и как-то она бы смотрелась целостней. Но в целом песня мне понравилась, но по тексту она немного... Не сказать, что там какой-то глубокий смысл я смогла найти. Да, там скорее они использовали просто какие-то такие клишированные моменты из мифологии, намешали их в кучу и да, сделали песню. Вот Nothing, наш B-side, он, кстати, целиком на английском, намного более такой осмысленный, глубокий по тексту и даже, наверное, нравится мне больше, чем Midas Touch. Но обе песни классные. Да, обе песни мне понравились. И сейчас они выпустили у нас стики. Стики, да, летний сингл. Стики очень-очень, он тоже классный, мне очень понравился. И клип, и текст. И там тоже есть B-side Текьеро. И опять же, B-side нравится мне больше, чем заглавка. Но обе песни классные, мне нравятся. В принципе, мне кажется, пока девочки не сделали ни одной песни, чтобы мне не зашла. И как раз-таки их дискография для меня очень также нравится тем, что в бисайдах я нахожу истинные жемчужины, и зачастую бисайды нравятся мне больше. Также я, как уже говорила, в восторге от их физики. У нас опять толстый фотобук, где очень много концептов, красивые фоточки, никакого белого места лишнего. Да, все очень-очень красиво. Мне нравится, что они делают много концептов на каждый релиз. И все это выглядит шикарно, очень приятно и интересно смотреть их фотобуки. Здесь меньше, как я уже говорила, такой именно отсылки к журналам, но супер красивые фотки. Вот этот концепт тоже мне очень понравилось. Вот это Нати, Паучиха. Вот это я тоже не знаю, куда они именно отсылались, но выглядит классно. Да. Эстетически все очень-очень шикарно. Этот образ Бель тоже очень интересный. Я, в принципе, не против. Не все песни должны иметь какой-то там глубокий смысл и глубокий проработку с точки зрения концепта. Почему бы нет? Просто легкая, веселая песня, это тоже классно. Вот этот образ Ханель мне очень сильно нравится. Да, к сожалению, ее карта в этом образе в диджипеке, по-моему. Но выглядит шикарно. Я просто в него влюблена. Но все девочки, мне кажется, да, у нас получается Белль, Нати и Джули для этого релиза покрасились в блонд, а Ханель единственная осталась темненькой. Это интересно. И все-таки у нас есть какие-то журнальные отсылки. Здесь мы можем, я так понимаю, собрать машинку, вырезать ее и склеить. Да. И не только машинку, еще телевизор. Очень-очень забавно. Это как просто, видимо, как, не знаю, браслетик, может быть. Так, что-то у нас тут интересное. Джули. А, это, видимо, да, тоже они что-то рисовали. Что у них в мыслях? Фандом. Очень-очень миленько. И нам тут Джули еще поцелуйков наставила. Мне нравится также, да, что как будто с обратной стороны это как просвечивает. Очень милашно. Дальше у нас Нати. Кисти. А, как мило, очень мило, мне нравится. Да. Лабиринтик. Ой. Белль. Ариана Гранде. Очень-очень-очень миленько все. Love you in this entire universe. Ах, это все так мило, мне очень нравится. И эти, да, тут можно найти вот эти слова в кроссворде. Прикольно, прикольно. Так, и последняя у нас Ханыль. У нее такой более синий концепт. Очень мило. Очень-очень-очень мило. Также можно еще коробочку собрать. Да, я рада, что они оставили какой-то сегмент, но при этом поменяли концепт альбома. Мне это нравится. Вот так у нас выглядит диск. Да, и также я очень рада, что у нас все вложения убрали в отдельный конвертик. Так, давайте вернем Ханель. У меня нет ни одной карты Джули,
Мне еще очень нравятся карты Белль в этот релиз. Не знаю. Так, здесь у нас математическая формула. Очень мило. Корень. Это дает love, я так понимаю. Вот так у нас, да, выглядит конвертик. Я не помню, что помимо карт у нас тут идет. По-моему, карты две идут. Юнитка и обычная. Они сделали юнитки, что тоже очень прикольно. Так. Они подписаны, они подписаны. Так, карты, значит, давайте пока оставим. Начнем со стикеров. О, очень милашные стикеры. Тут у нас и девочки, и их глаза, и надписи. Очень неплохой стикер-пак. Открыточка. Не знаю, рандомная или нет. А, она рандомная, но без мемберки. У него пледжили. Здесь, я так понимаю, просто ее послание. Не знаю, может быть, она проявляется от температуры. Но у меня слишком жарко, потому что она другая по текстуре. Не знаю, не знаю, как это должно работать. Так, и все, что ли, получается? Еще две карты и все? Да. Да, не очень богатое наполнение, но... Так, мне кажется, я уже видела, да? Джули, наконец-то! У меня будет ее селфи. Теперь у меня селфи всех четырех девочек. Ай, какая прелесть! Очень красивая карта. Да, мне, конечно, больше всего понравились карты в образах богинь. У них есть карты вот, вот в этих образах. Да, но это тоже красивая. Я не против. Так, и юнитку я не видела, мне кажется, там тоже все подписано. Давайте смотреть. Ой, какая прелесть! Тоже Джули и Нати. А, мило, мило, мило. А, ну тут... А, да, Джулти. А, мне очень нравится. Красивые карты, да. Я... Получается, только Белль, собственно, мне не выпала. Я только сказала, что мне нравятся ее карты. Ну да, вот такая вот супер-супер короткая распаковка, мне кажется, буквально на 10 минут. Но я хотела поговорить подробнее чуть-чуть об этом альбоме, об их релизах, то, что они уже еще один релиз выпустили, и мне он тоже нравится. И, скорее всего, следующий их физический я тоже буду покупать. Потому что, мне кажется, это очень классная группа. Они продолжают делать всего один вид фотобуков. То есть ты берешь один фотобук, получаешь там все-все-все концепты, кучу классного, красивые карточки. Да, не сказать, что какое-то супер богатое вложение, но качество сделанного фотобука очень классное. И то, что они продолжают делать еще до сих пор подписанные альбомы, может быть, еще пару камбэков они продолжат это. Можно покупать, да, с автографами, тоже очень здорово. Вот такая вот небольшая распаковочка. Пишите в комментариях, как вам вообще творчество девочек, как вам зашел новый их сингл, вообще какой камбэк ваш любимый, какая заглавка или бисайд вам нравится больше всего. Я до сих пор в восторге от Сезы, и вот Nothing мне тоже и Такиэро очень зашли. А на сегодня это все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!